Все, поехали. Так, всем здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить с вами Darkwood. Сегодня мы записываем 5-ю серию. Мы нажимаем играть, мы выбираем профиль. У нас 7-й день выживания. В прошлый раз мы за день сделали все абсолютно. Мы нашли бабку наконец-то. Точнее, нет, не бабку. Мы нашли бабку, но это была не совсем бабка. Это была корга, смердящая курами. Вот, сегодня мы, значит, встретились с оборотнем, отдали ему ключ. Он нам сказал, где прячется чувачок, который нам нужен. Который нам откроет бронированную дверь. Поэтому, по такому случаю, мы сейчас... У нас, кстати, еще есть квест. У нас этот мальчишка, который влюблен в эту девочку, которая там была какая-то красавица, по его мнению, а на самом деле оказалась охренеть какой страшной девицей. А что на улице? Все красное. Значит, на улице вечереет, правильно? У нас же туман тут херачит. Нам надо быстренько забаррикадироваться. Открывай двери! Нам надо забаррикадироваться. Что после Дарквуда? После Дарквуда, скорее всего, будет фазмофобия. Здесь, кажется, нет воды. До завтра она должна прибыть. В смысле, блять? Здесь вода, типа, приходящая, уходящая. Мы где живем? Так, генератор включить. О, да, будет свет, сказал монтер. И включил генератор. Так, мужик, ты давай, блядь, не задыхайся. Я, короче, сегодня нечаянно чекнул стрим чужого типка. Он проходит Darkwood. И вы не поверите, у него есть огнестрельное, мать его, оружие. Бля, они отсюда могут зайти. Так, тогда мы эту херню забираем. Значит, приду на фазмофобию. Я тебе, блядь, приду. Ты должен смотреть Darkwood. Смотреть и бояться. Так, перенеси. Что, блядь, туда засунуть? Ага, хорош. Ага. Блядь, не с той стороны. Все, закрылись. И нам надо все это подпереть. Так. Отлично. Что там у нас? Бля, да что ж такое-то? Свет моргает страшно. Не надо нам обыскивать, нам надо двигать. Нам надо двигать шкаф. Вот так. Вот так. Там, кстати, скоро новые смайлики на ВКПЛ появятся. Все, бля, 2 шкафа поставил. Здесь мы все забаррикадировали, здесь все хорошо. Верстак. Ко мне типок должен был приехать. Простое обручальное кольцо из серебра. Мне, ко мне должен был... Уже кто-то ходит, вы слышите? Что, уже кто-то в доме есть? Бля, пацаны, я вас угибу всех нахуй. Кто в доме ходит? Хорошая работа. Прекраснейшая. Сверсток. Мне чувак привез весь мой лут. Вы видите? Короче, мы сейчас с вами будем все продавать. О, где, где? Вау! Зачем? Ты чё? Ебать, меня напугал. Карга, смердящая курами. Да, да, Кирюх, карга, смердящая курами. Тут ходит вокруг. У меня мурашки по коже. Так, ладно, мы пока занимаемся делами, просто так не стоим. Правильно? Да, блин, ты как только отвлекаешься, ты начинаешь ломиться ко мне. Ты что хочешь? О, не надо! Не ломай! Да не ломай! Не ломай, говорю! Ну, сука, давай. Давай, нахуй. Давай драться до крови, нахуй. Чё, один удар? Блять, лучший, Руслан. Блять, гнида сломал мне нахуй все. Нормально вообще, нет?
Забаррикадироваться. Блять, забаррикадируйся, пожалуйста. Ебать. Ты смотри, какой, блять, а? Ой, мне принес что-то. Палку принес. Я буду с палкой ходить. Блять, ты что за человек такой, а? Здорово, старый! Здорово, молодой! Открывай, сова, медведь пришел. Я тут один. Я тут один, единственный могу писать. Бля, еще ходит. Писать запретки. И меня никто не осудит. Ва-ха-ха-ха, чата не видно. Руслан не читает. Руслан все читает, все видит. Руслан вездесущий. Руслан всечитающий. Руслан не отвлекающийся ни на что. Теперь духи летают, надо ближе к свету держаться. Так, тряпка. Мясо! Блестящий камень. Это мы сейчас... Не понял? Включи свет! Бля! Мне хана! Мне хана, они свет выключили! Таблетки! Таблетки! Блин, нет, 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 нет! Как включить? Бля, другую комнату! Нет! Ну нет! Чё, шортс будет, да, по-любому? Шортса нет, не будет. Там видос по КС вышел, вчерашняя катка. Бля, ну пипец вообще. Ну пиздюлей получил, ночь пропустил. Как выжить в ночь? Я не понимаю. Ладно, благо я... благо я помер в доме. И весь мой инвентарь на месте. Давайте все перенесем. Показался, я тут ходил сейчас. Металлолом. Мне металлолома пипец, пацаны. Я не знаю, что с ним делать. Мне кажется, это все продавать нужно. Дофига инвентаря. Надо продавать, собирать огнестрел и отстреливать этих типов. Не, коктейл молотова мы оставим. Спички мы тоже оставим. Гвозди мы тоже оставим. Оружейные детали вот. Стоимость 225. Мне же велосипедист привез в прошлой серии рюкзак. У меня, кстати, магазин среднего калибра есть. Еще проволока есть. Сигнальный факел. Батарейка. Мясо. Гриб. А с грибом что? Гнилой гриб. Выбросить. Магазин малого калибра есть. Патрон есть среднего калибра. Мы сейчас все складем в инвентарь. А потом будем все продавать потихоньку. Так, проволоку к проволоке. Веревочку. Веревочки больше нету. Все, я доволен. Факел надо. Блин, ляль, точно. Я не догадался, что надо было факел зажечь просто. Господи, божечки. У меня и сигнальный факел был. Нет, офигеть, все было. Что-то выбросил, да? Металлолом 10 штук. Куда вы, что? Металлолом нельзя выкидывать. Так. Таблеточки остались. Город вами, Руслан, за описание. Да, я видел видос. А, Мёрфи, ты шо тут? Конечно. Иди ко всем. Ты шо? Я везде. Сигнальный факел. Е-е-е. Сигнальный факел. Так. А так. Бля, вот у людей радости. Вы слышали? Выходит, говорит, МК новая. И возец просто с подписчиками поехал. В консоль рубить на какую-то хату. Это я понимаю. Вот это вот они отпразднуют сегодня. Прикольно с одной стороны-то. Типа новый Mortal Kombat, поехали, пацаны. Сегодня выходит, сегодня скорее всего они его скачают. И будут всю ночь рубить. Все, ББ, пацанчики, я скоро приду. Осуждаю. Так, ладно, нам надо генератор выключить. Прям генератор. Интересно, за то, что я не могу пережить ночь, у меня какие-то санкции есть, нету? По-моему, типа, вообще ничего не происходит. Ну, не пережил и не пережил, да и бог с тобой, как говорится. Так, у меня здесь есть торговец. Сейчас мы будем ему все продавать. Проход починить. Чинить проход мы не будем. Поехали, значит. Металлолом. Металлолом. Мясо. Мясо.
Сейчас все ему продадим. Батарейка хз, нужна нет камни. Я не знаю, купит, пусть камни забирает. Ящик с инструментами надо продать. Два. Руль надо продать. Я понимаю, это вот обручальное кольцо. Вот это руль, чайковый ремень. Я так понимаю, это вообще нам все не нужно. Торговать. Короче, забирай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, 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 вау, там. Что такое? Нет места. А, ну да. Так, продать. В смысле, блядь, нет места. Бля, у тебя что-то взамен должен забирать? Ручку затвора давай купим. Подтвердить. Так, окей. Он качает головой. А что ты качаешь головой-то? Ну купи. А он-то не хочет покупать. Камни вообще ноль. Стоимость 50. Нет места. Бля, я все время у него должен что-то взамен, что ли, брать? Ты что такой? Зачем ты так со мной? Ручку затвора я взял. Теперь мне надо корпус. Корпус 450. То есть мне надо ему на 450 накидать. А, блядь, я не смогу ему продать. У него карманы полные, мы некоторое барахло складывать. Так это моя проблема или что? Я же не знал. Вообще, что это за торговец, у которого ограниченное место? Это вообще бред какой-то. Как, ну выкинь это, мужик. Ну давай доски у тебя заберу. Доски-то нужны. По-любому. Так, вот так. Вот так, вот так. Вот так. То есть я ему отдаю 4 слота, мне надо у него 4 слота забрать. Оружейные детали, стоимость 450. Они у меня есть, кстати. Ну, предположим. Будет интересно, я сейчас продам весь металлолом. Минус 25, надо ему счет накидать. Что тебе кинуть? Посох, что ли? Доску с гвоздями давайте кину. Я же смогу сам сделать себе доску с гвоздями новую? Смогу. Я отдаю 1, 2, 3, 4, 5. Забираю 3. То есть у него надо еще что-то купить. Дешевое прям. Красное яйцо. 40. Давай гвозди возьмем. Блять, так их 20 тут. Часы. О, проволоку возьмем. Блять, минус 74. Да ты охеревший, что ли? Мне все равно не хватает. А, нет, хватает. Погоди. Блять, нет места. А, еще что-то надо забрать, да? Усюка. Что еще забрать-то? Что у тебя дешевое есть еще? Давай он дробовик. Пердить. Так, окей. Наторговались с ним что-то. Так, значит, идем на верстак. Улучшить верстак. Давайте улучшим верстак. Так, однозарядный пистолет. Можно сделать из, блядь, охуеть. А мне вот с этим что делать-то, блядь? Как их собрать воедино? У меня есть корпус пистолета. А, ну скорее всего, когда я улучшу верст... Бля, мне теперь надо... Я понял, я все продал, бля, мне это нужно было. За шо ты так со мной? Торговец меня обманул. Мне надо один набор теперь. Бля, оружейные детали мне, наверное, нужны будут, да? Сколько у тебя стоит набор? Так, торговать. 200? Чё, охренел? Репутация это валюта? Да, репутация это валюта. 200 стоит? Я тебе, блин, за 100 продавал. Ты чё? Бля, ну надо ему что-то за 200 теперь пихнуть. А чё я ему пихну? Вот это вот 225 стоит. А вдруг оно мне понадобится? Корпус пистолета 225. Давайте махнем вот так корпус на набор. И прокачаем еще раз верстак. Мне кажется, это правильный выбор будет. Давай, я тебе даю корпус. И забираю вот так.
Подтвердить. Он кивает. Хорошо. Потом есть что выкупим. Ну, короче, это. Я тот еще, короче, торгаш. Так, вот, пистолет, смотрите. Блять, нужен корпус. Да ебучий. И оружейные детали мне нужны. Ручку затвора ему продать, она мне не нужна. И изолента мне нужна будет. Так, берем, значит. Ручку затвора. У тебя изолента есть, я надеюсь? Или нету? О, у нее изолента есть. Мне нужна изолента. И корпус. А я тебе отдаю ручку затвора. 450 он мне корпус продает. Охереть, ты чё? Бля, ты муд... Надо еще что-то ему дать. Че еще есть, дорогое? Блять, 10 баксов стоит. 60. Магазин среднего калибра. Бля, ну это на автомат. А вдруг понадобится? Цыганские штучки в прямом эфире. Да меня, блядь, просто развели, как, блядь, щенка какого-то. Дробовик. Нужно 4. 4 чего, блядь? Это металлолом? 4 металлолома и трубка. И 2 трубки. У меня будет дробаш. Может, его тогда скрафтить? Как думаете? А где патроны, блядь, на него брать? Здорово, слова. Привет. Так, мне нужно 4 металлолома. А они сколько стоят у тебя? Бля, это мои металлоломы. А металлолом 10 баксов всего лишь. 4 металлолома и трубка. Бля, ну у него одна. А мне надо 2. У меня столько нету. Такие новости, надо продать ему что-то. Так, чтобы у него не закончилось место или придется еще что-нибудь покупать. Да у меня нету. КС будет сегодня? Нет, Салават, сегодня КС не будет. Короче, ладно, мы поняли принцип торговли, мы с этим познакомились. Теперь мы... О, да, мой любимый эмбиент дом утром в этом дивнолесье. Очень нравится эта музыка. Здорово, Виктор, привет. Музыка хороша. Кто идет? Стой, кто идет? БГ3 не хотел, теперь Дарк. Вот так Дарк будет поинтереснее, мне кажется, не? Так, и что мне надо? Мне теперь надо палку скрафтить. Мне не хватает материалов. Почему, блядь? В смысле, у нас же гвоздей было, да ебя. А где все гвозди-то? У меня же гвоздей полно было. Я что, гвозди продал? Мультиплеера нет у него? Нет, мультиплеера здесь нету. Где гвозди? У меня же были гвозди? Или я после смерти часть инвентаря все-таки теряю? Кто-нибудь в курсе? Бля, у него есть гвозди. Давай накупим. Вот так. Утвердить. Он кивает. А он кивает и молчит. И ничего не говорит. Оп. Сделаем пока себе палку-ушаталку. Гвозди пока в инвентарь скинем. Коктейль молотов есть, таблетка. Ручку затвора нам не надо. Посох у меня есть, отбиваться. У меня есть 2 патрона на дробовик. Что очень, кстати, даже неплохо. Даже 3 патрона на дробовик. Надо дробовик себе все-таки сделать. Всем привет, хочу узнать твое мнение. Руслан, дай характеристику, оценку твоему новому знакомому с калашом в плаще. Очень странный тип, который все время меня называет мясом. Он все время обзывается. Гад такой. Так, бинты. У меня бинты есть. Серьезно. Распиртованные бинты. Вообще классный чувак. Мне понравился. Ну не прям вау, я там не в восторге от него. Просто нормальный такой персонаж. Среднестатистический. Такой в меру загадочный. Вечно подъебывающий. Все в этом духе. Так, а что мне с собой надо? Мне надо факел еще сделать, да? Факел я могу уже сделать? Факел. Короче, у меня есть палка, у меня есть факел, у меня есть хилы. Все, отбиться я смогу. Пойдем. Короче, открываем блокнот, а то мы слишком задержались тут.
Так, блокнот, листаем. В северо-восточной части старой рощи. Там я поищу этого засранца. Так, это нам надо? Так, куриная голова. Оборотень сучил мне отрубленную голову и попросил преподнести ее птичнице в качестве благодарности за прекрасную сестрицу. Понять не имею, о чем он. Ну, вряд ли о чем-то хорошем. Че, пойдем куриную башку относить? А? Так, в юго-восточной части глухого леса пацан ждет. Мне нравится, как он нарисован в игре. Даже думаю, как по приколу сделать качественный косплей на него. Блин, ну я не знаю... Блять, как же ты хрустишь. Виктор, вопрос, насколько узнаваем этот персонаж, чтобы косплей-то на него делать? Он прям узнаваемый, да? Блять, отъебешься, не? А, это дурачок, который себя кирпичом. У тебя, похоже, вкусы не соответствуют их требованиям. Так. Куриная башка, дай... Блять! Я забыл, как идти туда. Но мы сейчас вспомним. По-моему, что-то по дороге. Дорога идет вниз. Да, вот здесь дорога в деревне будет. Не понял, а что у меня на столе что-то провибрировало. Так, дорога вниз. Бля, я сказал, дорога вниз. А, мы до нее и идем. То есть мне примерно здесь уже можно, да, наверное, вот так вниз побежать. Бля, опять там кто-то топчется. Да не надо! Так, а это мы где? А я что-то не помню. А, это дом Петрика, что ли? Правильно же? Дом Петрика, да. У него здесь, кстати, металлом полно. Может, и труба тут будет? Куриная башка, да, и грибочка. Неаккуратно груда металлолома. Понял. Петрик, ты тут? Алло. Опа. Подрезали. Колесо трактора. Мусор. Где-то здесь есть. Это что? Мертвый пес. Так, это я псов убивал. Грибочки соберем сейчас сразу. Мы сейчас по пути подлутаем, пока куриную голову принесем. Ящик осмотрим, мясо тоже есть. К Петрику пойдем, а может он мне тоже что-нибудь продаст хорошее, интересное. А может у него вообще что-нибудь... Одежда обыскать. Ванну перенести, одежду обыскать. Петрик, алло. Ты дома? Привет. Верстак. О, у него, кстати, есть верстак. Здоров. Торговать. Что у тебя есть? Цепь. О, ему, кстати, можно продать всякую херню. Смотрите, у него инвентарь не заполненный. Ну, блин, сюда все тащить. Изолента, провод. Корпус пистолета у него стоит так же, кстати. Петрик тут безумно наивный мальчонка. Типичный двачер. Позже поймешь, почему. Понял. Посмотрим, что к чему, почему. Игра-то длинная получается, что ли? Если честно, я думал, что она не такая уж и длинная. Так, ладно, дом Петрика, мне надо от него вниз идти прям. Полетели. Не-не-не, на грибы не наступаем. На грибочки не идем. Просто щемим вниз, аккуратно. Вот здесь дорога. Я помню это дерево, по-моему. Или не помню. Да. Все, идем к птичнице, относим голову. У меня, правда, в инвентаре нет никакой куриной головы. Но все же. У тебя, похоже, вкусы не соответствуют требованиям. Они все называют ее красавицей. Вот эта вот мадам, лежащая у птичницы, все называют красавицей? Я что-то не помню. Я помню, что это мальчишка, блин. Ну, это прям врезалось мне в память, что мальчонка прям вот там чуть ли с ума по ней не сходил. Ну, бля, конечно, да, вкусы у них очень специфичные. Если они называют ее красавицей. А бабка где? Она ж тут была, блядь. Погоди, тот дом? Нет, это не тот дом. Это не бабкин дом. А, и оборотень тоже? А, это он за... А, в смысле, это бабкина сестра, получается?
Он хотел только радугу, а получал дарку. Игра очень длинная, тебе главное не приколоться с ресурсами и не пересидеть слишком долго в насиженном лагере. Ты, наверное, только на 1/6 игры. Серьезно? Эба. А что там? Надо спидран посмотреть, как сделать. Так, там сюда, да, по мостику, здесь бабка. Я, если честно, думал, что она не очень длинная. Я вообще не думал, что такие игры могут быть длинными. Не проколоться. Понял, понял. Слушай, а если одну курицу завалить, бабка будет против, нет? Бабка, наверное, не против. Опа! Здорово, бабка. Боже мой, что же происходит? За что мне такое горе? Сначала пропал Яник, а потом и моя сестра. Господи ты, боже мой. Жалься надо мной. Найди ее, матерь божья. Я не знаю, как буду жить без нее. Одна останусь, как перст. Показать предмет. Куриная голова. Боже милостивый, бедняжечка. Что же они с тобой сделали? Это недобрый знак, нехороший. Что теперь будет? И все? Блять, я ради этого сюда шел? Серьезно? Яник, говорит, пропал. Гнилой гриб. Блин, да здесь перестановку надо сделать, бабка. Да, сестры нету, бля, вместе с простынью с матрасом спиздили сестру ее. Слушай, а может оборотень-то его украл, получается, или что? Он же сказал, передай спасибо ей за сестрицу. Отчаяние птичницы. Птичница в глубоком отчаянии. Пропала ее сестра, она попросила меня помочь. Может, мне надо найти след? Блять, если ее только по земле волокли, наверное, как-нибудь. Ну смотри, если мне надо найти след, начинать мне надо явно из дома. Правильно? Так, окей. Смотрим. Руины, осмотреть. Сгоревшие руины деревянного курятника. Обыскать. Опа, гвозди. Опа. Так Яник, похоже, пошел за оборотнем. Он же влюблен. Это понятно, но Яник вопрос знает, что сестру оборотня увел или нет. Блять, кровать. Бля, я сейчас хотел покудахтать вместе с курами. Потом понял, что не стоит это делать. Так, смотрим. Следы, следы, следы. Следы, следы, следы. Здесь никаких следов. Нету. Вообще, блядь. Нет следов, бабка. Как я тебе, блядь, искать ее должен? Где ее? Как ее могли вынести, что ты ее не видела? Ты же там стоишь все время. Сюда, что ли, получается, куда-то поволокли? В дырку вот в эту, блядь. Через курятник, но здесь один вход. Бабка, или ты спала, я не знаю. А ты где спишь-то? Ты, блядь, даже кровати нет. Бабка, они где были-то, не? Была у бабки квочка-квочка сидела. Так, прекращай, чего тебе? Сплетничать. Слава Господу Богу, что он оставил нам свиноматку. Выглядит животина, правда, будто прихворала. Но, как по мне, здоровье у нее поболее, чем у нас всех вместе взятых. Только благодаря ей у нас есть что в рот положить. Вот так вот. А чё он пропал-то? Может, его замочил оборотень, как вариант? Как вариант. Ну, короче... Блять, следов я не вижу вокруг дома, чтобы тушу эту волокли куда-то. Там край леса, сюда они не могли уйти. Веревка. Куда ее могли, блять, уволочь? А, может, соседний дом переехал? Тут он, может, нет? А это что лежит? Непонятно. О! Алло! Вставай! Труп заражен, обыскать. А я его убил одним ударом, что ли? Ну ладно. Ну я же уже убил, что теперь? Печь. Ну он зараженный был. Че нам, как говорится? Можно сказать, мы облегчили его страдания. Бля, дыши, дыши ровней, бро. Так, ладно, пойдемте искать Яника. Он живет в юго-восточной части глухого леса, если я не ошибаюсь. Он будет ждать меня в своем убежище. Чего, блядь? Какой-то башня, которая находится в юго-восточной части глухого леса. Здесь у меня карта не открывается. Но это вроде не глухой лес. А может, и глухой лес, я хз.
Пойдемте искать Яника, может, типа, Яник ее стащил. Я же дверь-то открыл. А ключ у меня, а дверь открыта. То есть дверь на ключ уже никто не закроет. Пришел Яник ночью. Стащил себе девицу, и все, и живет, блядь, радуется. Не? Маленькая пластиковая кукла. Нафига она, блядь, нужна? Найден предмет кукла. А, нихуя, я что-то еще записал. Что записал? А куда записал? Понятно. Никуда не записал. Это же все побочки, правильно же я понимаю? Это побочные квесты. Вот это вот. Или это, блин, прямо основная линейка? Прям интересно мне. Ну, пойдемте наверх и пойдем в юго-восточную часть леса. Не, мы сейчас добежим до убежища. Скинем весь лутецкий. А потом пойдем в юго-восточную часть леса к башне искать Яника. Гроза. Кого я бил? Почему у меня палка-то покоцанная? Мне прям темнеет, или это из-за грозы такой обзор. Обзор так сократился. Чисто нашли себе путь через дом Петрика. А как нашего главного героя-то вообще зовут? Не надо. Я, блядь, иду, никого не трогаю. Зачем вы на меня журчите? Не надо так делать. Так, здесь развилка. По-моему, нам понижнее, нет? Что-то я не помню, чтобы это дерево так валялось. Бля, ты ебешься, не? Я бегу, бля, тебе ничего не делаю. Кто хрустит? Я вам похрустю. Ну, а этот дурачок там сейчас по башке будет бить. Закрывайся. Закрывайся в доме, мужик. Так, ебать мне инвентарь. А, гвозди сюда, гриб мы сейчас приготовим вместе вот с этим зародышем нахер. А, бензин мы положим, проволоку к проволоке, веревочку к веревочке. В смысле? А, только по два стакается, понял. Тряпочку к тряпочке, досочку к досочке. Так. Да, блядь. Что происходит? Так, гриб мы сейчас приготовим. Ага. Раз, два. Доза 3. 480 надо? Нифига себе. Блять, а оно теперь здесь лежит. Мне теперь к этой печи надо будет возвращаться все время. Получается так. Какой гром сильный. Господи божечки. Открывай дверь. Идем, время-то, блять, не вечное. Да ты заебешь меня. Сука. Блять, что доебался? Тряпки бы ты. Ну кто тебе виноват, блядь? Не лез бы ты на меня, пиздюлей бы не получил. Так, мы идем четко вниз и ищем башню. Такую погоду, конечно, искать башню, блядь, такой себе вообще. Как по мне. Такую погоду, блядь, капка. Так, это что? Силосная башня. Да, Яник тут. Бля, что за музыка, блядь? Ебать. Какая музыка криповая. Манекен. Старый манекен без головы. Добрый вечер, Чечер. Здорово. Nokia, привет. Nokia, ромашка заваренная есть что. Бля, вы слышите, музыка какая криповая? Это вообще. Окей.
Бля. Ба, я тоже лечусь. Давай, давай, бро. Блядь, ты что ли? Мальчик прекрасный. О, боже, вы видите, как он выглядит? Бедолага. Мальчик прекращает играть, опускает голову, избегая моего взгляда. Показать предмет. Чё, блядь? О, какая прелесть. Можно мне? Можно мне потрогать? Мальчик неуклюже вертит маленький предмет в огромной руке. Маме такое нравится. Где вы это купили? Если бы я был взрослым и у меня были бы деньги, то я бы ей такое подарил. Может, она бы перестала на меня злиться? Вы слышали о свинье? Как крестьяне держат свиноматку недалеко в свинарнике, называют ее матерью всех свиней. Говорят, она красивая, но я никогда ее не видел. Они не разрешают мне подходить к ней, прогоняют меня, вечно меня все прогоняют. Может, у вас получилось на нее взглянуть? Если у вас получится пробраться, вы бы не могли взять для меня кусочек мяса? Я никогда не ел свинины. Ну, блядь, мы это же в прошлый раз читали. А, у меня здесь ждет ему свинину, блядь, надо принести. Бля, чувак, ты реально хуёво играешь на скрипке. Вы это слышите? Бля, как же у тебя здесь темно? Короче, ему нужна свинина. А свинина... Вот здесь свинарники. Бля, очень жуткая игра. Кошмар, блин. Силосная башня. Старая роща. Глухой лес. Че, пойдем свиноматку, что ли, добывать ему? Я хз, правда, насколько это вообще нам нужно? Нужно ли нам впрягаться в это дело? Пацан свинину хочет поесть, блядь. А я здесь при чем? У тебя же родители есть. Не? Слюнявый в маске Пиноккио. Да, причем маска такая маленькая, пипец. Божечки, какой гром, какой гром. Так, в печку мы еще два гриба кидаем. Вот так хорошо. Еще у меня появился металлолом, кстати. Два металлолома, нам надо четыре металлолома. Погоди. Есть еще металлолом? А, нам труба нужна же. Блин, он эту свиноматку тоже красивый называет. Да он какой-то такой. Ну, вы поняли. Странный, в общем, мальчик. Идем в свинарник. Сейчас будем местных пиздить за свинью. Блять, опять? Уебу. Блять, у меня удар мощный, сочный. Надо палку теперь чинить идти, блять. У них тренд на плюс XXXXXL. Ну, короче, на плюс очень много X. Что-то там L. Но они, получается, живут в тренде, рил. Чинить предмет. Так, и мне надо тогда посох вот сюда положить на троечку, чтобы с пацанами сейчас драться. Потому что палка может сломаться, меня тогда посох выручит. Прям драться с пацанами за свинью. Точнее, за свиноматку. Есть свиноматка. Есть свинопапка. Свинодетка. И свинобабка. Бля, опять лайт тут. Опа, труп обыскать. Нож. Хорош. Трубка. Мы сейчас дробовик сделаем. Во-во-во-во. Блять, уебу сейчас. Блять, нихуя вас тут. Двое, что ли? Ебать вас тут, иди нахуй. Камушек блестящий не забрал. Давай нахуй, гнида. Давай, блядь. Ну. На нахуй. На, блядь.
Не нравится, сука? Мне тоже не нравится, хули ты меня доебался? О, еще один пост. Блядь. Я сегодня дойду, блядь, до свинарника или нет, мне интересно. Или я так и буду, блядь, туда-сюда бегать. Че, будем крафтить, что ли, этот дрободушник? А, имеется одна. А вторая у торговца есть, кстати говоря. Блять, нет. Бутылки к бутылкам. Бутылки к бутылкам. Блять, это же Тарков. Это же Тарков. Давайте один посох положим. Починим сразу эту херню. Блять, гвозди надо? Ладно, мы тогда эту херню пока положим. Возьмем с собой два посоха. Нож мы тоже пока положим. Торговца уже нету. Надо пойти водички попить. Мне кажется, или уже темнеет? Нет, кажется. Сейчас в колодце нет воды, до завтра она должна прибыть. Да в смысле, блядь, я сколько жду уже? Да какого, блин, завтра? Завтра уже миллион раз прошло. Бля, вот он, да, дурак? Драться хочешь со мной? Драться хочешь? Ну, сука. Ой, блядь, какой ты резкий. Пиздец. Хорошо. Блядь, весь лес от пищи тут, я так понимаю. Здесь блестящий камень был. Ждем воду 3 года. Да, пиздец, никак провести не могу. Блядь, давай не будем, а. Да какого хуя? Бля, я сейчас умру нахуй. Сука, я был первее. Мертвый дикарь. Бля, как вы меня заебали пиздить все. Ну, господи. Перевязывайся, друг. 3 года ждем воду, никак не проведут. Эти чиновники все время обещают, но не делают. Так, вот, да. Свинарник. Бля, да кто там хрустит-то? Хоть меня преследовать, блядь. Я просто иду к свиноматке. Где-то здесь есть свиноматка королевская какая-то. Да ужас. Саглый. Это она? О, грибы. Слушайте, ну я более-менее начинаю понимать вообще эту игру. Как в нее играть. До этого, честно, я вообще бегал такой, типа... У нас стул тронулся. Какого-то ПВЗ. Чего? Какой стул, блядь? Какого ПВЗ? Боковое зеркало. Оно что-нибудь стоит? 0, блядь. Оно хуя нужно. Ты свиноматка? Алло. Бля, они драться со мной будут, да? На нахуй. На нахуй. На нахуй. На нахуй. Хе-хе. Чисто на РНЖ, блять, работал. Убери нахуй свои вилы. Блять, сломалась. Беги! Давай нахуй. Блять, свинью уебал! Ай-яй-яй! Блять, свинья помешала. Блять, он меня сейчас убьет нахуй. Все, хорошо. Ты свиноматка? Я на всякий случай тебя уебу. Бля. Всех избил нахуй. Вилы заберем. Бутылка заберем. Мертвая свинья. Мясо. Блять, это свиноматка или это просто, блядь, мертвая свинья, я не понимаю. А ты с чем бегал? Картофель у него есть. И палка. Палку, ладно, нахуй. Хильцы пока не будем, наверное, да? Мы сейчас вилы возьмем. Еще вилами кого-нибудь затыкаем. Нахуй, туда надо ебется. Все, мы здесь спокойно. Не понял. Внутри ходит? Бля, темнеет? Гришина кресло. Кто такой ПВЗ, не знаю. ПВЗ это пункт выдачи заказов. Есть склад ПВЗ, есть типа там такой ПВЗ. История с бабкой повторяется. Да пока вроде не особо. Нам надо вернуться, по-моему, вечереет.
Нам надо домой срочно. Блять, давай не будем драться. Блять, а как вилами-то бить? Бля, он меня сейчас убьет, да? Нет, я убью. Проволока, тряпка. Тряпка. Проволока. Блять, у меня этих бутылок, блять. Я сейчас умру. Интересно, вот этот кусок свинины, ты и есть этот? Просто ты так же до всех доебаешься словами, ты свиноматка? Да, походу повторяется история с баб. Ты свиноматка? А ты свиноматка? Так, вода только завтра будет. Я не понял. Понял. Не надо обыскивать. Слишком далеко. Баррикадируемся потихонечку. А нахуя я забаррикадировался, дурачок? Мне же надо было свет включить. Блядь. Бля, удобно. Хорошо, когда мужчина сильный. А что с домом произошло, пока меня не было? Так это другой дом, мы же уже перебежали. Мы перебежали в другую локацию, Nokia. Ты что, ну... А, ну я понял, ты на ютубе видео не смотришь. А говоришь, что смотришь? А, сам не смотришь. Ай-яй-яй. Так, генератор. Бензин вроде еще есть. На ночь должно хватить. Мы уже в другой локации. Смотри, мы раньше вот тут были. Вот это убежище. Сейчас у меня уже здесь убежище. Так, идем. Идем. Дверь закрыли. Стол переносим. Вот так. Эту хуйню мы переносим. Факел! А у меня есть где-то. Сейчас положу в инвентарь. Спасибо, Лель. За подсказку нам. Так. Так, сказал верстак. Починить. Слушай, давайте вилы починим. Хорошая вещь. Посох сделан из древесины, непонятное происхождение. Его нельзя чинить. Ремонту не подлежит. Так, хорошо, открываем верстак. Так, сказал верстак. Так, грибы мы сразу в печку закидываем. Бля, еще 30 и будет третья доза эссенции какой-то. Так, сказал верстак. Боковое зеркало, это сюда, блестящий камень. Мясо, блять, не знаю, попробуем отнести этому дурачку. Надо захилиться, полюбас. Надо захилиться, иначе мне пиздец будет. Уже кто-то ходит. Так, мы захилились, сделаем еще бинты. Факел переносимся. Блять, опять, а? Я тебя уебу, блять! Э! Да не ломай! Да ты охуел! Да не ломай ты, сука! Этого друга уже убил, блядь, ты следующий. Блядь, сколько они тебе бутылок? Сука, смотри, вошел. Тебя кто, блядь, звал нахуй, а? Ай-яй-яй-яй-яй! Блядь, помоги, Русик! Бля, к виллам прям приноровиться надо. Самогон. Бля, а можно пить самогон тут, не? Забаррикадироваться, блядь. А, досок нет. Где доски? Блядь, гвоздей нет. Чё за нахуй? В смысле? Что происходит?
А у меня мурашек. Это типа Это типа землетрясение сейчас было. Бля, весь этот мне поломали. Пазма. В натуре. Кто это? Не понял. То, что там свет был, то надо выходить или что? Прям у него писюн голый, что ли? Что делать-то? Там какая-то штука. Мне хочется... Чего? Ну кого-то едят? Да ты кто, блядь? Ты, сука, кто еще? Да иди нахуй отсюда! Блядь, да кто там, сука, ломится-то? Не надо, уходи, блядь! Пиздец, давай нахуй. Собака? Ты чё, блядь? Бля, бей её, мужик! Пизда мне. Да отъебись! Вы видели это? Блять, как вовремя. Репутация увеличилась у торговца на 150. Я понял, короче, если ты не умираешь ночь, а проживаешь ее, тебе дают 150 репутации у типа этого. Да, 150 дают. Так, у него есть места, ему можно что-то продать. Надо трубку у него купить. Подтвердить. У меня нет места в рюкзаке. А, у меня нет места, что ли? Так, ну давайте ему сейчас что-нибудь дорогое продадим. Я думаю, на этом можно будет серию закончить уже. Потому что мы дофига тут что наделали уже. Странное мясо. Можно приготовить, постепенно гниет, блядь. А как его готовить? Где вообще, я не понимаю. Тряпка. К тряпке. Это к этой тряпке, это сюда. Самогон. Да у меня этого самогона, пацаны, мне что с ним делать-то? Вы что, блин, устраиваете? Бутылок этих, блин, офигеть, да выкинем нафиг вообще. Поехали, значит. Что ему можно отсюда продать? Такого прям. Неплохого прям. То, чего у нас много. Ручка затвора. Продать ручку затвора? А нам что надо? На дробовик. Нам надо 4 металлолома. Блин, я что, весь металлолом профукал? Я весь металлолом профукал, если что. Я же вилы починил. О, боже мой. Так. Веревка к веревке. Боковое зеркало. Нафига оно, блин, нужно? Оно вообще ничего не стоит. Давайте ручку затвора тогда продадим. Я не знаю. Сделаем хоть дробовик себе. Остальное все, я не знаю. Это какие-то мелочи. Батарейка, но она может нужна быть. Мясо странное давай продадим. Он все равно гниет. Нож 80 стоит. Ну, нож нам, наверное, пригодится для чего-нибудь. Колбаски нарезать банально. Бутылка пустая. Вот тоже продать, наверное, можно. Ну-ка. Торговать. На тебе мясо, на тебе вот это. Да, металлом-то есть?
Бля, там 4 надо металлолома, а у него 3 всего. Ой, какая-то беда. Вот эту фигню мы отнесем этому мелкому говнюку. Ну, предположим, металлическая трубка и вот так вот сделаем. Правильно? Оружейные детали у меня есть. А что еще там нужно-то? Бля, может корпус купить и пистолет все-таки собрать? Как вы думаете? Давайте еще раз посмотрим. Полтергейст был. По-любому кисель. Так, на пистолет, но только корпус нужен. И изолента. Но у меня есть магазин на пистолет. Ну-ка. Торговать. Давай, ты мне корпус. У него еще одна ручка затвора появилась. Ты, блядь, волшебник ебаный или что? Вот ты мне корпус. А я тебе ручку. Я тебе вот эту блестючку. Вот так. И вот так. Блядь, 45 ему еще надо. Че тебе, сука, продать-то, блядь? Факел 46 стоит? Серьезно, да я себе новый скрафчу, блядь. А, изолента мне еще нужна. Еще 40 надо будет выцыганить у него. Так, кивает, окей. Ручку мы взяли. Ручку взяли, теперь ему на 40 надо что-то продать. 40 рублей надо. Патрон среднего калибра. Таблетка стоит 40, кстати. Может, таблетку выменить? У меня есть таблетка. Или понадобится нам. Камень стоимость 0, блядь. Зачем они вообще нужны? Блядь, зачем я вообще камни собираю? Может мне кто-нибудь объяснить? Херня тоже ничего не стоит. Давайте сигнальный факел продадим. И одну та батарейку. Вот так. У него, по-моему, место должно быть там. Ну да, я, блядь, забираю одну изоленту и охуеть. И у него нет места. Что можно купить еще? Бля, он блестящий камень за 260 бачей продает. Охеревшая рожа, бля. А, мне гвозди нужны, кстати. Стоимость 2. 2 на 2, 40 получается, да? Если я все гвозди у тебя куплю. А мне еще 150 есть в запасе. Фу, мне вообще ему ничего не надо отдавать, что ли? Просто купить, блядь. Блядь, так бы сразу и сказал, что у меня есть деньги. Что-то мне вот это вот по ушам ездит. Здесь фигня всякая валяется. Так, хорошо. Это мы кладем сюда, это мы кладем сюда. Гвоздей у меня теперь дохера. Это, кстати, очень нужная вещь, которой у меня не было. Батарейку мы кладем сюда. Мы, значит, берем пистолет и делаем. Чтобы задать предмет, нужно улучшить верстак. Блядь, серьезно, что ли? Да в смысле, блядь, нужно улучшить? А зачем ты мне тогда его показал? Эй! Куда его еще улучшать-то? Бля, гнида какая, а? Торговать. Только у него нет набора инструментов теперь. Как я, блядь, его улучшу? Я чувствую себя обманутым. Просто обманутым. Несколько раз. Это бред какой-то, блин. Нафига ты мне тогда даешь, что я могу сделать, если, блин, я не могу этого сделать? Нафига мне, блин, показывать пистолет на третьем уровне верстака? Объясните мне, пожалуйста, дураку. Надо к Петрику тогда бежать. У него по-любому ящик с инструментами можно будет купить. Опять за сколько, бля? И что ему продавать? Блин, ну да сделай. Бля, был бы металл, можно было сейчас сделать пистолет, продать ему пистолет. А толку? Мне, чтобы верстак лучше. Что надо, блядь? Ящик с инструментами. А его я не найду. Ладно, найду я его, значит, в следующей серии. Мне не хватает материалов починить. Кого? Ванну сломали? Сволочи, блядь.
Сволочи. Так, все, мы поторговали, escape нажали, у нас прошло сохранение, вот. И на этом моменте я с вами хочу попрощаться, дорогие мои друзья. Это была 5-я серия игры под названием Darkwood. Все, увидимся в 6-й серии. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем хорошего настроения и всем пока.